Установка. Лобовой дефлектор «Стрелка-2» на машину «Джип Компас» второго поколения, также второго поколения «Рестайлинг». Для чего он нужен? Для того, чтобы когда ваши дворники работают, вода не переходила через стойки, не попадала в зеркала, на окна и также, если окна открыты, вовнутрь автомобиля, а уходила в сторону крыши. Перед тем, как установить, дается спиртовая салфетка. Протираете снутри и снаружи. Мы это, конечно, уже все сделали. Установка происходит. Низ левая, то есть это водительская нижняя часть. Снимаем две защитные пленки. Упираемся в крыло. И устанавливаем. И обязательно с двух сторон с усилием разглаживаем и приклеиваем, чтобы было все ровно. Вырезку установили. Идем устанавливать пассажирскую. Пассажирская написана правая, низ. Нижняя часть здесь. Также упираемся в крыло. И также с усилием с двух сторон разглаживаем. Стрелка 2 установлена. Если вы не нашли товар от компании Стрелка 11 на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка-11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка-11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка-11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.